Мы решили посетить этот прекрасный праздник пятничным вечером, посмотреть на сборную России. Пришли поболеть за наших ребят из ЦСКА, поддержать их. Мы им желаем здоровья. Здоровья, без травматических побед. Главное, без травм. Россия, вперед! Побеждать! Ну, это вообще мой первый опыт игры за национальную команду. Вот. Пока я не могу сказать, какую пользу я извлек, потому что нужно провести анализ, посмотреть видео, понять, где я ошибался, вот, почему вообще мы проиграли. И, то есть, ну, не только мне, но и как бы всей команде. Все-таки не тот результат, который мы ждали. Вот. Но игра, да, действительно была интересная, достойный соперник. То есть все ребята тоже играют по ВТБ, поэтому, собственно, уровень ВТБ и вышел. Филиппа давно знаю и как бы вот получил возможность и показал наконец-то, на что способен. Филипп вообще красава. Мы проиграли, это как бы не имеет, наверное, никакого значения, то, что я забил свои очки, то, что я лучше всего умею. То есть я это сделал, как бы это получилось сегодня. Жалко, что проиграли. Неудачно сложилась игра, но мы сейчас разберем ошибки и в следующей игре будем готовы показать свой максимум. Прийти в сборную, получить тренировочный процесс очень хороший, интенсивный, и вот сыграть сейчас за сборную, это на самом деле очень хорошо для меня. То есть физический план и в моральном плане тоже где-то я преуспеваю, когда я играю. Поэтому игры очень помогают, просто нужно делать выводы, разбирать ошибки и становиться лучше. Такую тактику, чтобы выдать все максимум в защите, потому что я чувствовал, что в защите намного мне в этой игре легче будет, поэтому думаю, в защите я постарался выдать максимум, а в нападении они как бы знали, как играть там в защите против меня, поэтому я старался играть по-другому, но важен результат, мы победили, это главное. Просто заслужил своим отношением, своим работам. Я, знаете, просто искать причины, не дать мне игровое время, это бы было плохо. А я просто он своим отношением показал, он полностью заслуживает это, и поэтому не получил это игровое время. Конечно, хочется отметить и Филиппа Гафурова, да, который великолепно провел первый матч, тащил нашу команду чуть-чуть в концовке. Не у него, а у команды чуть-чуть в концовке не получилось, проиграли. Сегодня наоборот, чуть-чуть он ушел в сторону, но зато команда победила. Вот. Самсон отлично выглядит, опять же, немножко другая роль у него. Все-таки в ЦСКА как-то он прошел вот это, да, путь от человека, который начинал на скамейке и немного времени имел, и уже заканчивал сезон в стартовой пятерке. Я думаю, что и у Филиппа, и у Самсона отличное будущее, великолепный потенциал, и они только-только начинают делать эти шаги. Смысл этих игр было просто почувствовать этих игроков, их возможности. Посмотрим. Посмотрим будущее, что, чего, как. И, конечно,
работаем на улучшение их состояния и состояния, то есть игровых моментов, и просто строить одну новую пазлу, молодую пазлу сборной России. На самом деле очень рад, что закончились сборы, и сейчас все время уйдет близким и самому себе. То есть буду максимально отдыхать, буду радоваться жизни. Лето все-таки это самое крутое, что может быть, наверное, на данный момент.